Բարև ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալություն, որ միացաք մեզ, մենք շարունակում ենք մեր վեբինարների շարքը, բիզնես դեմ COVID-19-ը, այսօր մի քիչ անսովոր վեբինար է այն առումով, որ այն անցկացվելու է ռուսերեն լեզվով, մենք ունենք շատ հետաքրքիր հյուր վեբինարապար, և իհարկե դուք հարցերը դեռ կարող եք գրել և ուղարկել հայերեն լեզվով, մեզ այդ հարցում կօգնի Վիկտորիան Կամարյան մեր գրասենյակի ասիստենտ, և ինչպես գիտեք, ես Գևորգ Նեմպողոսյան, մենք երկուսս գործարության աջակցման գրասենյակից ենք, իսկ մեր հյուրը այսօր EV Consulting-ից Անդրանիկ Զախարյանն է. Здравствуйте, Андроник. Очень большое спасибо, что вы присоединились к этой инициативе и дали согласие провести этот семинар на очень важную тему – цифровизация как ответ бизнеса во время кризиса. Это очень актуальная тема, я уверен, и у нас будет очень интересный такой и разговор, и, я уверен, презентация. Да, здравствуйте, коллеги. Мне тоже очень приятно. Спасибо за приглашение. Так, давайте пошерим презентацию. Давайте. Вам, наверное, надо переключиться, мне не дает. Угу. Видно? Экрана не нет, видно. Нет, еще нет, экрана не видно. Сейчас сделайте презентацию. Угу. Есть, да? Да. Есть. Прекрасно. Здравствуйте, коллеги. Да, меня зовут Андроник Захарян. Я в разное время отвечал за Digital e-commerce в группе МТС и в Евросети. Являюсь членом экспертного совета Granatus Ventures и консультирую по этой теме ряд компаний. Есть две новости. Если вы IT, то у вас сейчас должен быть этап взрывного роста, поскольку большой спрос на диджитализацию, и IT традиционно входит в кризис последним и выходит из него первым. Если вы не IT, работаете на консюмерском рынке, но вы уже в диджитал, то вы большие молодцы, и у вас есть крутые шансы пройти этот период с наименьшими потерями, но если вы еще не диджитал, то вам тоже не стоит расстраиваться, у вас все еще впереди, и те, кто смогут изменить свое мышление уже сейчас, могут быстро восстановиться потом. Главное, что надо сейчас понять, с моей точки зрения, что те эмоции, которые все мы испытываем, мы на них имеем право, это эмоции неопределенности и турбулентности той среды, в которую мы попали. И это время действительно историческое, в которое мы живем, оно в будущем, я уверен, войдет в учебники истории. Но наша задача быстро адаптироваться к тем изменениям, которые происходят, и пройти с наименьшими потерями и больше выгодой или даже не выгодой, а с возможностями быстрого восстановления после того, как этот шторм закончится. Масштаб текущих событий, он огромен, и каждый человек почувствовал или почувствует влияние кризиса, и богатые, и бедные, и задача общества, правительства, бизнеса оказывать взаимную поддержку. Но после шторма нам надо будет развиваться, вопрос в том, какой фундамент мы сможем создать для этого. Сейчас все испытывают проблемы так или иначе с ликвидностью, но золотой актив бизнеса – это не только деньги на его счету, но и клиенты, которые с благодарностью будут отзываться, если вы им окажете помощь сейчас и станете для них антикризисным лидером. Антикризисное лидерство в этом контексте я понимаю как работа в сегменте одного клиента и делать индивидуальные предложения и оказывать поддержку на уровне каждого конкретно взятого клиента, а не смотреть только на, скажем так, текущие бизнес-цели. ЕС и страны, в него входящие, все равно будут процветать, экономика рано или поздно восстановится, и люди, те, которым вы поможете сейчас, они и их семьи станут вашими клиентами потом. В этом смысле надо ориентироваться на долгосрочное сотрудничество, а не выигрыш в моменте. Есть много кейсов, много идей, которые сейчас лежат на поверхности и так или иначе их тестируют. Я бы хотел остановиться на одном из первых, который появился вот с началом COVID и кризисных явлений. Это кейс Грильмана, небольшой ресторан в Беларуси, в Минске. Значит, они начали делать
еду для врачей, когда почувствовали, что трафик в их заведение упал клиентский, они закрыли двери и начали готовить, значит, обеды, завтраки, ужины для врачей. Сначала они это анонсировали как собственную инициативу, но позже открыли краудфандинг на площадках и начали собирать сообщество с людей деньги в поддержку этой инициативы. Что они получат таким образом? Ну, во-первых, у них есть шанс покрыть часть костов, часть расходов, которые они несут в этот период. А надо понимать, что в Беларуси часто арендодатели не идут на уступки и не дают в этот период налоговые каникулы. И, то есть во многом бизнес должен покрывать свои расходы самостоятельно. И что более важно, после того, как этот кризисный период будет пройден, те клиенты, которым они сейчас поддерживают, помогают, и те люди, которые фондируют и спонсируют эту инициативу, они, скорее всего, многие из них придут к ним и станут их долгосрочными клиентами, поскольку этот бизнес он показал свою социальную ориентацию. Ну, с остальными кейсами можно будет ознакомиться потом. Эту презентацию, если коллеги позволят, я смогу отправить, там ссылки будут. В целом идей тут, ну, достаточно много можно нагенерировать, что можно сделать для вашего клиента, чтобы ему сейчас помочь. Надо отличить цифровизацию, надо отличать цифровизацию от цифровой трансформации. Цифровизация – это все-таки применение отдельных технологий в вашем бизнесе. Цифровая трансформация – это изменение и бизнес-моделей, и бизнес-процессов на основе этих технологий и тех данных, которые вы получаете благодаря автоматизации бизнеса. Что важно понять? Что быстро и срочно стать диджитал не удастся для того, чтобы нарастить сейчас клиентскую базу или сократить расходы. Этот процесс, он занимает время. Вы можете запустить сайт, это ничего не даст. Вы можете начать промоушен в интернете, это тоже ничего не даст. Вы даже можете начать анализировать новый поток клиентов, и это тоже ничего не даст. Значит, по ряду причин. Для того, чтобы сделать качественный контент и качественный онлайн-сервис, требуется собрать команду. Чтобы начать эффективно промотироваться в онлайне, вам необходимо собрать данные аналитики о поведении ваших клиентов, а это потребует не менее 3 месяца, прежде чем вы сможете сделать какие-то выводы. Также надо понимать, что, скорее всего, по популярным запросам, ну, условно, там, купить пиццу, вы будете, скорее всего, конкурировать с очень крупными игроками и платить высокую цену за каждую конкретную операцию и заказ. И это сведет к нулю вашу маржинальность от конкретной продажи. В этом смысле важно концентрироваться на долгосрочном удержании клиента, а не на выгоду в конкретный момент. Но получается так, что к моменту, когда вы все эти процессы, этапы пройдете, осознаете, запустите, там, оптимизируете и начнете эффективно работать, кризис уже закончится. Поэтому это не quick win, а скорее та опция, который вашему бизнесу позволит очень быстро восстановиться после всех этих кризисных явлений, если вы начнете думать об этом прямо сейчас. Digital Disruption или победитель получает все. Здесь я хочу рассказать о, значит, нескольких глобальных примерах, как Digital разрушает традиционные модели бизнеса. Были разрушены такие традиционные подходы, как продажа музыки, продажа видеоконтента. И вот один из кейсов, который, ну, почему-то не очень популярен в наших широтах, но достаточно известен, это противостояние компании Blockbuster и Netflix. Точнее, противостояния никакого не было. Blockbuster был лидером рынка в 2004 году в США по прокату DVD, и у них порядка 8 тысяч магазинов было. Они работали с оборотом 6 миллиардов рублей. Их правление не замечало новую молодую компанию, которая вышла на рынок и предлагала возможность заказать DVD в интернете по подписке, получать по почте. Ситуация изменилась, когда Netflix предложил видео по запросу, и люди смогли смотреть видео в онлайн. Таким образом, технология DVD устарела просто в один день.
Blockbuster спохватились, начали разрабатывать собственную технологию, они ее выпустили достаточно быстро на рынок, но, во-первых, уже часть клиентов от них ушло в Netflix, а во-вторых, у Blockbuster оказалось качество доставки контента гораздо хуже и качество сервиса гораздо хуже, чем у Netflix. Еще несколько лет клиенты медленно покидали Blockbuster, и в 2010 году компания подала на банкротство. Всего спустя 6 лет после, собственно, как они фиксировали оборот в 6 миллиардов. А Netflix благополучно развивается и по сей день. Еще один кейс – это Dollar Shave Club в Америке. Компания была приобретена Unilever в 2016 году за $1 миллиард. Это очень простой сервис подписки на бритвенные принадлежности для того, чтобы экономить время на походы в магазин. Люди просто подписывались, и им доставляли каждый месяц лезвие, крем, ну и прочие там необходимые им вещи. Вообще сервис подписочный с тех пор набирает все больше и больше популярность. Не знаю, такие очень понятные простые вещи, как подгузники, ну, там, или заказ здоровой еды, их тоже принято, собственно, на них тоже принято подписываться и покупать таким способом. Но в эту же копилку может добавить и Uber, Uberизацию, и Tesla, и там многие другие компании, которые меняют традиционные индустрии до неузнаваемости. Значит, этот слайд, этому слайду более 5 лет, он с небольшим тюнингом и не утратил актуальности по сей день. И надо понимать, что если тогда мы говорили о том, что рынок и его структура меняется, то рынок на сегодняшний день уже изменился. Молодое поколение людей, которое входит в фазу активного потребления и будет определять спрос в следующие годы, не только для себя, но и для своей семьи, для своих детей, для своих родителей, супругов. Сегодня эти люди уже в возрасте 16-20 лет, и через там, буквально 3-5 лет они войдут в фазу активного потребления. У них принципиально другие требования к сервису, к комфорту, к взаимодействию. Они хотят все онлайн, все быстро и иметь возможность сравнивать. И технологии быстро устаревают. И перестают быть уникальными, и перестают быть конкурентным преимуществом для каждой отдельно взятой компании, давая равные возможности всем. И люди выбирают уже по-другому, они выбирают скорее экосистему, а не часто конкретный продукт. Ну, это в равной степени характерно как для выбора между, скажем, Android и iOS, так и при выборе там, места для жизни и квартала для жизни, так и при выборе места досуга. То есть применимо, в общем-то, ко всему. Кроме всего этого, нынешний кризис, он ускоряет темпы диджитализации и проникновение инструментов удаленной работы, трансформирует или драйвит модель экономичного потребления, которая скорее по инерции еще будет сохраняться долгое время даже в высокодоходных сегментах бизнеса. Наша задача искать инструменты, которые позволяют сокращать, с одной стороны, стоимость операций в бизнесе, чтобы не терять ликвидность и маржинальность, и эффективно сохранять и наращивать клиентов. Благо, такие инструменты на сегодняшний день доступны. Digital mindset. Что это такое? В целом, если посмотреть на базовые потребности клиента в любом бизнесе, можно понять, что они окажутся во многом идентичны. Все хотят получать поддержку в Все хотят, чтобы компания выполняла перед ними свои обязательства. Все хотят быстро, дешевле, качественнее получать ответы на свои вопросы. В офлайне к этому можно добавить еще атмосферу. Это, например, то, зачем мы ходим в ресторан там, или в клуб. Но все это в равной степени можно добиваться и в онлайн. И здесь я могу рекомендовать кейс компании «Запас». Я очень рекомендую почитать их книгу о том, как они относятся к сервису, к своему клиенту. Прям ну, вдохновляющий пример. При этом ему уже достаточно много времени. У небольших компаний есть колоссальное преимущество перед крупным бизнесом. Небольшая компания может гораздо быстрее принимать решения, меняться и тестировать больше гипотез в единицу времени, в то время как гиганты, они менее поворотливы, но здесь надо понимать, что тоже все быстро меняется, и поэтому важно вот не упускать момент. Вообще тестирование гипотез — это
очень важный ключевой момент, основу прогресса, я бы сказал. То, что кажется очевидным вам, совершенно может не казаться очевидным для вашего клиента, может не работать на рынке. То, что красиво для вас, может быть некрасивым и неудобным для людей. В этом смысле важно открыто смотреть на любые изменения, быстро, с минимальной стоимостью их внедрять, смотреть, что работает, но нельзя тестировать гипотезы без оцифровки. Каждый шаг в вашем бизнесе, он должен быть оцифрован с точки зрения и воронки продаж, по которой продвигается клиент, так и все операции внутри самой компании, начиная от их скорости, заканчивая удобством и там, реальной необходимостью или избыточностью этих операций. Я не рекомендую делать сразу сложные IT-системы. Сначала самое необходимое и простым способом, потом развивайте это. Так вы с наименьшими потерями и сможете понять, что именно работает в вашем случае, и это применить в вашем бизнесе. То есть я бы цифровой менталитет охарактеризовал как в первую очередь способность быстро меняться, много экспериментировать, думать о потребности клиента и его ожидания, быстро адаптироваться к изменениям. Слышать и слушать свою команду, своих сотрудников, а не диктовать им. Ну вот, наверное, таким образом. Несколько кейсов о том, и инструментов, кстати, значит, о том, что вы можете применить у себя уже здесь и сейчас. Я подробнее, наверное, остановлюсь на Gift Forward. Это компания, которая вот стартовала именно с началом COVID. По сути, все бизнесы, они испытывают, особенно стрит-ритейл, стрит-фуд, он испытывает проблемы с ликвидностью, с деньгами, для того, чтобы покрывать текущие издержки. И они агрегировали, эта компания агрегатор, они собрали предложения там других компаний на цифровые или подарочные сертификаты, которые люди имеют возможность купить сейчас для того, чтобы прийти с определенным дисконтом, безусловно, для того, чтобы прийти и получить свою услугу в любимом ресторане потом. Такая модель будет работать только на лояльной аудитории, с которой вы должны уже, которую вы должны хорошо знать и хорошо коммуницировать. Ну вот они буквально непродолжительное время назад стартовали, собрали порядка 11 тысяч долларов продаж на текущий момент. Интересно будет посмотреть, как у них это будет развиваться. Но модель следующая. Клиент вам платит со скидкой сейчас для того, чтобы получить услугу у вас потом. Есть много инструментов, не надо бояться облачных сервисов. В общем, все это надежно и достаточно конфиденциально. Я рекомендую на них обратить внимание, и можно многое автоматизировать и оцифровать, начиная от взаимодействия с вашими клиентами, заканчивая, ну, например, наймом сотрудников или там кадровый учет с помощью там облачного искусственного интеллекта. Ну вот здесь я привел некоторые кейсы, можно будет их чуть позже самостоятельно изучить. Важно изучать, как ваш клиент совершает покупки. Сегодня каждый клиент имеет возможность, по сути, провести свое микроисследование перед тем, как сделать выбор, выбрать лучшую цену, лучший продукт, лучший сервис. Это исследование часто может происходить прямо у вас в торговом зале возле кассы. Клиент может и купить у вас, но почему он купил и остается ли он вашим клиентом, на эти вопросы вы себе ответить не сможете, если вы не начнете строить и видеть его весь путь и оцифровывать. Задача бизнеса – это взаимодействие с клиентом на каждом из этих этапов, на каждом этапе совершения выбора. Вы должны быть первыми в поиске, иметь лучшие отзывы, иметь лучшую или хотя бы просто рыночную цену, высокие оценки, работать с рекламациями, с жалобами, давать пользователю с минимальными барьерами и меньшим количеством усилий оформить заказ, быстро его обрабатывать и доставлять. В ряде случаев такой подход съест всю маржу, но от конкретной продажи, но ваш фокус – это долгосрочные отношения с клиентом. Тут важно понимать, что вы не должны его бросать в будущем,
начинать изучать его потребности и предлагать решения. Важный аспект – это то, как вы вашего клиента идентифицируете, то есть узнаете. У вас должны быть какие-то контактные данные, его e-mail, его номер телефона, его ID, карта лояльности или что-то еще, что вам позволяет его в будущем узнавать и накапливать о нем информацию, историю его покупок, историю взаимодействия с компанией. Анализируя все это, вы сможете предвидеть его потребности, и в момент, когда он делает очередной выбор, либо в момент, когда вы понимаете, что там время пришло, ему сделать выбор, допустим, поменять, там, я знаю, там, купить хлеб, там, он там раз в неделю его покупает, или помыть машину, или, например, постричься, в этот момент вы можете ему сделать предложение от вашей компании, чтобы он к вам повторно обратился. Вот здесь вы уже начинаете как бы зарабатывать маржу. Я сделал такой слайд, я на нем не буду очень подробно останавливаться, его тоже можно потом самостоятельно изучить. Это как раз KPI или те метрики, которые необходимо устанавливать, развивая цифровой канал. Эти KPI, они в большей степени характерны для e-commerce, но в чуть большей или чуть меньшей степени их можно применить, в общем, к любому цифровому взаимодействию, да и, в общем-то, к любому бизнесу. Важно оцифровывать каждый шаг, смотреть на то, как клиент проходит по воронке продаж, и искать узкие места и устранять их для того, чтобы эту воронку продаж расширять. Ну, и, коллеги, помните, если вы кому-то помогаете, вы получаете клиента на всю жизнь. Если вы кому-то что-то продаете, вы получаете клиента только на один день. Вот, буду рад ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Очень интересная презентация. Очень много интересного, я думаю, все наши участники узнали. Вы можете написать ваши вопросы в разделе «Вопросы и ответы». Հիշեցնեմ հարգելի մասնակիցներ, հիմա կարող եք արդեն ձեր հարցերը ուղղել Անդրանիկին, Q&A բաժնում, հարցեր պատասխաններ բաժնում ձեր պանելի վրա։ Մենք անհամբեր կսպասենք ձեր հարցերին։ Մինչ այդ ես հիշեցնեմ ձեզ, թե որտեղ դուք կարող եք նաև հետագայում դիտել այս վեբինարը, եթե բաց եք թողել ինչ-որ տեղեկատվություն, ահա մեր YouTube-յան ալիքում Պիեսո Արմենիա գրում ենք, և դուք կարող եք բոլոր վեբինարները այստեղից դիտել, և եթե ինչ-որ բան բաց եք թողել, նորից հասկանալ, իսկ գրանցվել մեր մյուս վեբինարներին, դուք կարող եք մեր կայքից, pso.am կայքից, ահա այստեղ, մենք դուք տեսնեք բոլոր հաջորդ վեբինարները ևս, և կարող եք գրանցվել մեր վեբինարներին, կամ կարող եք այցելել մեր Facebook-յան էջը, Business Support Office Armenia, և այնտեղ նորից կգտնեք հղումը, թե ինչպես կարող եք գրանցվել բոլոր վեբինարներին. Անպայման հիշեցնեմ նաև մեր գործընկեր և համակազմակերպիչ ներդրումների աջակցման կենտրոնի Տեժգծի համարը 8105, եթե դուք ունեք հարցեր կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ միջոցառման կամ ընդհանրապես միջոցառումների մասով։ Ու հիմա վերադառնանք մեր թեմային։ Я думаю, настолько детально была презентация, что у нас у участников не возникло вопросов. Есть что-то, Андроник, что бы вы хотели, может, поподробнее сейчас рассказать или о чем-то еще поговорить, пока посмотрим, есть ли вопросов или нет у участников? Ну, если даже вопросы сейчас не появятся, я думаю, что коллеги смогут их задать в будущем через вас, я с радостью готов на них ответить. Да, да, мы тоже будем рады переслать вопросы, если какие-то вопросы придут. Если заинтересуют какие-то кейсы или какие-то, там, я не знаю, там, примеры более подробно, тоже в будущем их можно детализировать, но, опять, да, то есть интернет, я думаю, всем доступен, просто изучайте тот опыт, который сейчас проходит, на самом деле, компании во всех странах,
Мы не одиноки в этом вызове, и все глобально думают над тем, как этот кризис пройти с наименьшими потерями и быстро восстановиться после него. И Digital на помощь. Да, да. И очень, очень важно для всех бизнесов, особенно для малого бизнеса, понять, что это такая... хороший момент, чтобы еще раз переоценивать ваш бизнес, переоценивать все механизмы, которые вы используете, и подумать немножко о цифровизации. И цифровизация не обязательно это должна быть, не знаю, там цифровизация всего вашего бизнеса, но понять, какую часть бизнеса или какой... у нас есть вопросы. Доброе утро, спасибо за презентацию. Вопрос следующий. Учитывая исследования, сделанные вами, насколько соразмерно растет уровень конечного потребителя в процессе цифровизации? Ну, я, если правильно понимаю, речь идет о инкрементальном росте продаж и доходов. Ну, здесь надо отметить два фактора. Первый, диджитал – это не что-то, что, помимо всего прочего, дает вам продажи. Диджитал – это то, благодаря чему, в принципе, ваш бизнес будет существовать в будущем. Это условие выживания. Потому что сам по себе, то есть вы, если открываете магазин, не открыв магазин, вы не можете торговать. Вот в будущем, не находясь в онлайн, вы не сможете привлекать клиентов в этот магазин. Это первый тезис, а второй, то, что, безусловно, инкрементальный рост, он очень большой, тут очень важно, как вы управляете воронкой продаж, и в этом смысле ее важно оцифровывать и все коммуникации с клиентом отслеживать. То есть модели бизнеса же могут быть разные, B2B, B2C, вы можете работать как торговая точка, или можете, там, я не знаю, продавать пластиковые окна. Но и там весь диалог с клиентом надо отслеживать и анализировать моменты его сомнений и принятия решений. Инкрементальная добавленная стоимость у диджитала на том этапе, когда вы начнете им заниматься, он будет колоссальный. Там от нескольких десятков до 100% в год. Примеры там в крупных корпорациях – это рост продаж в канале там сотни процентов. Есть примеры, я недавно нашел кейс с применением там некоторых технологий и инструментов, ребятам удалось увеличить конверсию на 800%. Отвечая на ваш вопрос, смысл этим заниматься имеет. Я вижу вопрос про частные клиники. Я его не очень понимаю, потому что, объясню почему. Потому что, если говорить применительно к этому кризису, то у вас вообще должен наблюдаться бум, скажем так, обращений и рост продаж услуг. А в целом речь должна идти о телемедицине и о возможности консультировать ваших клиентов дистанционно. Это особенно актуально сейчас. В России, например, если многие инициативы, они тормозились за счет того, что не было законодательной базы. Вот со вскрытием проблемы вот этого дистанционного взаимодействие, эту законодательную базу очень быстро сейчас подтягивают с той возможностью, чтобы и лекарства доставлялись людям, и телемедицина развивалась, и там многие другие опции появляются. Поэтому ответ, что надо работать над развитием дистанционных возможностей. Спасибо. Тут есть вопрос. Добрый день. Каким образом можно добиться адекватных строчек в выдачах поиска? Адекватных срочек выдачи поиска сильно зависит от того, чем вы занимаетесь. Я бы проанализировал вашу аудиторию, то, как она себя в этом поиске ведет, что она ищет и каким образом делает выбор. После этого посмотрел на то, как вы
коммуницируете с этой аудиторией. Ну а чтобы отвечать подробно, надо буквально садиться, семантическое ядро анализировать и смотреть в аналитику. То есть я не думаю, что это тема для этого вебинара. Угу, спасибо. Успевает ли закон за цифровизацией, не является ли законодательство тормозом для цифровизации процессов бизнеса? Во многом является, и вот как раз сейчас тот момент, когда правительство, государство, они поняли важность цифровизации и ускорили принятие таких законов. Ну, безусловно, там остается еще много пробелов, но я думаю, что к моменту прохождения вот этого периода, ну, во-первых, мы назад уже не откатимся, мир будет другим. Во-вторых, эти законы, они будут отшлифованы, и, в принципе, онлайн получит принципиально новый импульс для развития. Ну, то есть, я не знаю, вот, например, если смотреть на рынок дистанционного образования или онлайн-образования, он сейчас проходит такой же взрывной рост во всем мире, как когда-то там в начале нулевых проходил e-commerce. И, то есть, скажем так, кризис ускоряет все процессы диджитализации, в том числе законодательные. Угу. Спасибо. Еще один вопрос. Очень интересно, спасибо. Digitalization для бизнеса или для клиента? Это инвестиции для бизнеса и снижение цены для клиента. Один тратит, другой выиграет. Как найти баланс? Ну, понимаете, ваш клиент, он уже digital. То есть вы можете быть не digital, а клиент у вас уже digital. Он приходит, покупает там телевизор, но он уже посмотрел, выбрал бренд заранее, посмотрел отзывы о вашем магазине, и только после этого к вам пришел, выбрал цену. То есть вы можете об этом не знать, но вы в каких-то моментах для клиента уже являетесь оптимальным вот в той системе координат, в которой он делает выбор и анализирует его. Поэтому то есть, первый пункт такой, что то, что вы не осознаете, что вы не digital, это не значит то, что вы в этом поле не играете. Просто вы не знаете, за счет чего вы выигрываете. Безусловно, это инвестиция для бизнеса, и это долгосрочная инвестиция для бизнеса. В ряде случаев она может быть, ее очень легко сделать там неэффективной, то есть надо внимательно относиться к тому, что вы делаете, но долгосрочно в горизонте, давайте так, нескольких, от года плюс, у нас в наших странах принято там короткими циклами мыслить, от года до 3 лет совершенно точно эти инвестиции, они выйдут на самоокупаемость и в конечном итоге начнут приносить профит. Профит за счет того, что ваш бизнес, здесь же могут быть разные подходы, у вас бизнес может начать терять и клиентов, и доходы, вы можете не понимать, почему. Там, с наличием диджитала этого может не произойти, и в этом ваш профит. С наличием диджитала вы можете перерастать в клиентов, там, клиентами в офлайне и в онлайне, но в моменте конкретная покупка, она не будет маржинальна для вас. Поэтому я говорю о важности концентрироваться на долгосрочных отношениях с клиентом для того, чтобы стоимость привлечения клиента, она была всегда ниже его жизненного цикла с вашей компанией. И здесь очень важно идти не только от возможностей и от желаний собственника, но от потребностей вашего пользователя, вашего клиента и решать его проблему, а не проблему, которую, как вам кажется, правильным решать. И вот здесь как раз история про тестирование гипотез возникает. И снижение цены для клиента, безусловно, это наличие интернета, оно приближает рынок к ситуации идеальной конкуренции, и, наверное, никто не говорит там сильно о ценовых войнах, но, безусловно, если вы не в паритете с рынком по цене и ассортименту, то вас в меньшей степени будут выбирать. Вам важно смотреть в плане ценообразования на то, на игроков, которые находятся с вами в соседней нише и играют вот на одном поле.
Для клиента это, безусловно, выигрыш. То есть мы, как клиенты, все выиграем от того, что рынок становится более прозрачным, цены ниже, сервис лучше. Поэтому баланс ежедневно искать. Ценообразование динамическое. То есть сегодня что-то поменялось, вы сегодня же и меняете. Ну, во-первых, по поводу личных данных. Вот я вижу следующий вопрос. Нет, не угрожает. А в чем угроза? Во-первых, законодательно это уже все регулируется достаточно жестко. В-третьих, там технологии защиты персональных данных, они достаточно развиты. Если вы заботитесь о вашем клиенте, вы будете заботиться о сохранности его персональных данных. Не надо просто к этому халатно относиться. Вы же не боитесь, когда в банке показываете ваш паспорт, о том, что он станет достоянием общественности, например. Да, для очень многих граждан и людей вообще цифровизация — это что-то новое, и поэтому иногда не представляют очень много людей, что там есть тоже так, всякие разные механизмы, как можно сделать все безопасно для защиты частных данных. Ну, здравствуйте. А как переучивать персонал, если он состоит в основном из старшего поколения? Есть какие-то ресурсы для этого? Ну, почему персонал старшего поколения вообще, скажем так, ну, я бы не сказал сложно, обучаем, но есть такой риск, скажем так, люди консервативные, и они со временем начинают бояться того, что им непонятно. То есть надо объяснить, что происходит, зачем происходит, как это отразится на их повседневной деятельности, продемонстрировать инструменты, которыми вы будете пользоваться, и дать, ну, на первом этапе я бы дал какую-то понятную, четкую инструкцию, как этими инструментами пользоваться, а дальше уже углублялся в это знание через обучающие программы, вот релевантные для вас в онлайне. Ну, безусловно, вам как бизнесу в это там придется инвестировать и ресурсы, так и через внутренние семинары с точки зрения того, что еще люди могут применять в своей работе для того, чтобы ее сделать проще. Потому что диджитал — это же не про то, что становятся операции больше и сложнее. Диджитал — это про то, что операции как раз становятся меньше, и они становятся легче. И хороший инструмент, он условно гораздо более удобен, чем там любой калькулятор или счеты. Спасибо. Дорогие участники, если больше нет вопросов, мы можем уже, наверное, закончить наш вебинар. Еще раз спасибо большое, Андроник, за очень интересную презентацию. Очень много информации. Наш коллега Самвель Геворкян пишет: было бы здорово иметь презентацию, а не только видеоматериал. Если вы не против, мы можем опубликовать. Я вам отправлю презентацию, да, и можно ее пошерить. Будет. Да. Угу. Пришлите, пожалуйста, мы положим прямо в Фейсбуке, там, где был ивент. Спасибо за вебинар. Вам тоже спасибо, дорогие участники. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, Виктория, спасибо, Андроник, и увидимся через 2,5 часа во время вебинара онлайн-маркетинг. Всего хорошего, оставайтесь здоровыми. Было очень интересно. Всего доброго. До свидания.